Здравствуйте, вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. В Самаре открылся еще один пункт вакцинации в колледже Ляпиной. Кто и как там может сделать прививку? Защита от мошенников. Газовым компаниям, которые проверяют оборудование в домах, придется получать лицензии. Женщина в современном мире. Семья, карьера, успех. В Самаре проходит форум, приуроченный ко Дню матери. За сутки в Самарской области зафиксировали 1201 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. С начала наблюдения в регионе заболели 173 552 человека. Такие данные в среду 24 ноября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 897 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 124 445 пациентов. В Самарской области в связи с коронавирусными ограничениями пожилым гражданам старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию и не переболели COVID-19, приостановили действие социальных карт. Непотраченные поездки не пропадут, а смогут использоваться в будущем. Об этом шла речь на заседании городского штаба по борьбе с коронавирусом. Чтобы вернуть возможность льготного проезда, можно выбрать один из нескольких алгоритмов действий. Если человек не вакцинирован, но имеется медотвод, либо есть справка, но нет QR-кода на портале госуслуг, нужно обратиться на горячую линию соцзащиты. Если на руках у гражданина уже есть оригинал QR-кода, нужно обратиться в офисы транспортной карты с оригиналом QR-кода, паспортом и социальной картой. Жители других муниципальных образований могут прийти в управление социальной защиты населения с оригиналом QR-кода, паспортом и социальной картой. Если человек вакцинирован или перенес заболевание, но нет возможности распечатать QR-код, нужно обратиться в управление социальной защиты с паспортом и социальной картой. Пожилые люди могут обратиться, чтобы распечатать QR-код при его наличии в дополнительные пункты, открытые в центрах МФЦ и в отделениях пенсионного фонда. В Самаре расширяют сеть прививочных пунктов. В здании колледжа имени Нины Ляпиной открылся мобильный прививочный пункт. В нем работают сразу 5 медицинских бригад. Получить вакцину на полевой 80 можно препаратом «Спутник Ви» в наличии оба компонента. Как прошел дебютный прививочный день в медицинском колледже, узнала Гульфия Сафина. Не останавливая учебного процесса, здесь обучают будущих медицинских сестер, лаборантов и стоматологических техников, акушеров и фармацевтов. А теперь и проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции. В колледже имени Нины Ляпиной открыли мобильный прививочный пункт на 5 медицинских бригад. До 29 декабря включительно мы будем работать в режиме ежедневно с 9 часов до 20, включая субботние и воскресные дни. Но на самом деле, я думаю, что вот этот вопрос делать-не делать, да, он уже сегодня не актуален, потому что мы видим, что та заболеваемость, которая есть среди вакцинированных, она крайне низкая, а также случаи тяжелых заболеваний практически мы не наблюдаем. Темпы вакцинации в регионе необходимо наращивать. Такая задача поставлена оперативным штабом. И это несмотря на то, что уже привито 73% от плана. Первый компонент на сегодня получили более 1 483 000 самарцев. Повторно вакцинировались 133 372 жителя, то есть почти половина из тех, кому была показана ревакцинация. В период вот этой эпидемии нужно обязательно делать прививку. Это однозначно, потому что я уже убедился, так сказать, не на большом опыте. Знаю, у меня был приятель, он немножко постарше меня. Вот. Я ему говорил: прививайся. Да ну, зачем это незнакомо. А вот недавно сообщили, что 9 дней уже ему. Получить антивирус в медицинском колледже можно с помощью вакцины «Спутник Ви». Имея при себе паспорт, здесь можно пройти как первичную, так и повторную вакцинацию. В борьбе с пандемией будущим коллегам помогают и сами студенты колледжа имени Ляпиной. Решила принять участие в вакцинации населения, прошла определенное обучение, потому что чувствую, что сейчас нехватка медиков, и чтобы не было такого большого столпотворения, здесь открыли пункт, и я решила, что я могу помочь. Приходит множество людей, зачастую на первую вакцину, также на ревакцинацию.
сказали, что им очень нравится, что участвуют именно студенты, что молодые люди, что очень приятно на нас смотреть. В регионе сегодня работает 173 стационарных прививочных кабинета. 10 из них открыты круглосуточно. Для повторной вакцинации официально подходят все российские вакцины от коронавируса. По рекомендациям медиков, прививаться от COVID-19 спутником ВИ можно и женщинам в положении, уже начиная с 22-й недели беременности. Гульфия Сафина, события. В Самарской области прошел первый розыгрыш призов среди участников викторины «Вакцинация – это жизнь». Присоединиться к ней могут все, кто сделал прививку от коронавируса в период с 24 сентября 2020 года по 20 декабря текущего. Сегодня были определены первые обладатели квартиры, автомобиля и 1000 подарочных карт номиналом 4000 рублей. Узнать результаты можно на сайте «Карта жителя Самарской области». Следующие розыгрыши пройдут 8 и 22 декабря. Напомним, для участия в этой акции «Вакцинация – это жизнь» нужно зарегистрироваться на сайте «Карта жителя Самарской области» и заполнить электронную анкету. В Самаре продолжается дезинфекция общественного транспорта, в том числе и троллейбусов. Больше года бригады из 18 человек в утренние и ночные смены обрабатывают 236 единиц подвижного состава. В перерывах между рейсами все горизонтальные поверхности и воздуховоды в своих троллейбусах протирают кондукторы и водители. Насколько важна антиковидная дезинфекция в общественном транспорте, расскажут наши корреспонденты. Мойщик-уборщик подвижного состава Асия Гельмуддинова работает в троллейбусном депо номер 2 с 1984 года. Дезинфекцией подвижного состава занимается с начала пандемии. Для безопасности пассажиров и для своей же безопасности. Обработка троллейбусов проходит несколько раз в сутки и ночью, когда выполняется основной объем работы, днем. Бригады по 18 человек каждую смену распределяют между собой весь подвижной состав. После наружной мойки троллейбуса дезинфектор орошает хлоросодержащим раствором все поверхности – поручни, ручки дверей, спинки кресел, воздуховоды, затем еще и протирает их. Также в межрейсовое время кондуктора и водители на конечных остановках и разворотных кольцах проводят дополнительную обработку своего троллейбуса. То средство, которое мы принимаем для обработки подвижного состава, хлорамин Б, он то же самое, вот не причиняет какого-то либо вреда никак со стороны людей, так и вот материал. Летом этого года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» закупили 22 новых троллейбуса марки «Адмирал». Они следуют по самому протяженному троллейбусному маршруту номер 4 от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. В отличие от старого транспорта, в них больше посадочных мест и поручней, то есть больше горизонтальных поверхностей. Все они нуждаются в обработке, как и система кондиционирования. Напомним, троллейбусы «Адмирал» – это первый в Самаре городской пассажирский транспорт, в котором появились кондиционеры. Это необходимое требование к перевозке пассажиров в нынешнее время, от которого мы никуда с вами не то что не уйдем, да и не должны уходить. Мы должны качественно обрабатывать подвижной состав, убирать и обрабатывать. Сами пассажиры обработкой довольны и претензий не имеют. Очень хорошо. Автобус чистый, обработанный. Кроме того, для повышения безопасности перевозок весь общественный транспорт оборудует рециркуляторами для очистки воздуха от вирусов и бактерий. Светлана Кудрявцева, Никита Колосов, Максим Гусев. События. В Самаре подводят итоги всероссийского конкурса «Пятая очередь набережной реки Волга». На протяжении этой недели среди 30 уникальных архитектурных проектов экспертам придется выбрать самые подходящие по концепции и реализации варианты, чтобы в дальнейшем на основе одного или нескольких создать облик новой очереди набережной. Одним из первых конкурсной работы оценил вице-мэр Владимир Василенко. Подробнее расскажет Михаил Ермоленко. Уникальные архитектурные проекты, и в каждом из них свое видение новой очереди набережной. В Самаре выбирают концепцию строительства уже пятой по счету. В конкурсе принимают участие творческие группы, архитекторы и урбанисты со всей страны. По этому поводу в Самарском доме архитектора открылась выставка. В экспозицию вошли 30 вариантов оформления нового общественного пространства. Из этих архитектурных проектов эксперты в течение недели выберут наиболее подходящее продолжение Самарской набережной. По результатам и подведению итогов этого конкурса мы сразу же займемся вопросом подготовки технического задания уже для реального проектирования с учетом тех результатов конкурса и тех идей, которые будут признаны наиболее интересными и с точки зрения воплощения наиболее целесообразными.
Главная задача новой очереди набережной – соединить уже существующие участки, тем самым создать сквозной проход, чтобы жители могли гулять здесь, не обходя бассейн ЦСКА ВВС, Самарскую ГРЭС и здание управления Росгвардии. Конечно же, как и на других участках, на новом месте должна быть своя изюминка. Поэтому при планировании новой очереди эксперты особое внимание уделяют проектам, в которых активно используется растительность, в том числе деревья. На одном из участков будущей стройки они уже есть. Деревья на пляже – это вообще уникальное явление, которое я нигде не видел никогда. Только в Самаре вот есть эти самые фрагменты, когда вдруг деревья, огромные деревья, стоят на пляже. Такого нигде не было, и поэтому вот эта идея могла бы дальше развиваться достаточно интересно. После того, как эксперты выберут подходящие архитектурные проекты, свой голос за лучшие из них смогут отдать и самарцы. Проголосовать можно будет как онлайн, так и на месте, в самом доме архитектора. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. В Самаре проходит месячник транспортной безопасности. В городе установили новые пешеходные ограждения. Необходимые элементы для повышения дорожной безопасности появились на протяжении 6800 метров. Это почти 70 городских участков. В частности, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ограждения появились на улицах Чернореченской и пересечении Партизанской и Дзержинского. В следующем году по необходимости продолжат установку новых ограждений и замену и ремонт установленных ранее. Данное ограждение устанавливается в соответствии с требованиями национальных стандартов, и непосредственно они привязаны к светофорным объектам. То есть есть требование, то, что в обязательном порядке у светофорных объектов на приближении 50 метров устанавливается пешеходное ограждение, и в районе пешеходных переходов, приближенных к образовательным детским учреждениям. Соответственно, в этом году мы как строили новый светофор, порядка 52 штук, организовывали новые пешеходные переходы в черте городского округа Самара в рамках всех этих мероприятий и производилась установка данного вида технических средств организации дорожного движения. Бывшее здание Центрального телеграфа в Самаре получило статус памятника истории и культуры России. Соответствующий приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия опубликован на сайте регионального правительства. Здание в стиле конструктивизма находится в Самаре по адресу Красноармейская, 17. Постройка возведена в 30-х годах прошлого века. До последнего времени считалось объектом культурного наследия регионального значения. Также под охрану взяли еще ряд объектов в областном центре. Это особняк Клотта, жилые дома на Ленинской и дом на Осипенко 10А. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Светлана, вам слово. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. Российский рубль по итогам октября оказался в числе самых популярных валют. С чем это связано? Расскажу через пару минут, а пока поговорим о кредитах и росте цен на икру. Банк России получил право вводить прямые количественные ограничения на выдачу потребительских кредитов. Соответствующий законопроект Госдума утвердила во втором чтении. Таким образом, россиян хотят защитить от попадания в долговую ловушку. Дело в том, что по данным Центробанка, потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами. И за 9 месяцев этого года рост составил 16%. А доля тех, кто тратит более 80% своего дохода на погашение кредитов и займов, уже превысила 30%. В России впервые в истории спрос на кредиты для покупки подержанных автомобилей оказался выше, чем для покупки новых. До пандемии наблюдалась противоположная тенденция. В октябре этого года для приобретения БУ машин было подано почти 403 тысячи заявок на кредит, а для покупки новых авто – 328 тысяч. При этом в марте прошлого года количество запросов на кредитование покупки только сошедших с конвейера машин превышало спрос на кредиты для автомобилей с пробегом в 3,5 раза. В Национальном бюро кредитных историй объяснили изменения дефицитом новых автомобилей, что привело к созданию многомесячных очередей за новыми машинами, а также тем, что дилеры и банки начали развивать кредитную инфраструктуру рынка подержанных машин. Предстоящая суббота во всех налоговых инспекциях Самарского региона будет рабочей. Об этом сообщается на сайте правительства. Дело в том, что 1 декабря – это последний день уплаты имущественных налогов за 2020 год. И уже со 2 числа неплательщикам начнут начисляться пенни. Для того, чтобы гражданам было удобнее, в региональном управлении Федеральной налоговой службы решили сделать рабочим 27 ноября. Операционные залы инспекции будут открыты с 10 до 15 часов. Оплатить имущественные налоги можно также дистанционно, не выходя из дома.
Красная икра – традиционный атрибут новогодних праздников. К концу года может подорожать на 12-15%. Как считают эксперты, взрывной рост связан с действиями спекулянтов и отсутствием должного контроля за этим рынком. Как сообщают эксперты, красная икра подорожала до исторического максимума в 5000 рублей за килограмм. Однако это цена октября и стоимость икры горбуши – самого дешевого вида красной икры. Более деликатесные виды стоят уже более 9000 рублей, рассказывают специалисты. Курс турецкой лиры обрушился по отношению к доллару более чем на 18% за сутки и достиг почти 13,5 лир за доллар. Это новое рекордное падение. Распродажа турецкой валюты началась после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна отказалась от старой политики, основанной на высокой стоимости заимствования и сильной валюте, и вместо этого перешла на новую систему, которая ставит в приоритет увеличение инвестиций, экспорт и создание рабочих мест. Эрдоган неоднократно выступал против повышения ставок в стране, так как, по его мнению, это ведет к росту инфляции. В марте он уволил главу турецкого Центробанка после того, как тот повысил ключевую ставку с 17 до 19%. После этого лира резко упала. Вообще, в этом году турецкая лира показала наихудшие результаты среди валют стран с развивающейся экономикой. С начала 2021 года стоимость лиры упала почти на 40%, а с начала прошлой недели почти на 20%. А вот российский рубль по итогам октября вновь оказался в числе самых популярных валют. Это следует из данных системы межбанковских переводов. В топ-20 валют рубль вошел в июле-августе этого года впервые за 5 лет. В сентябре российская валюта выпала из рейтинга, а в октябре снова вернулась, укрепив свои позиции. По словам экспертов, сказалось сразу несколько факторов, и в их числе рост цен на сырьевые товары. Кроме того, рубль по-прежнему остается основной региональной валютой Евразийского экономического союза. Первое место среди самых популярных валют стабильно занимает доллар, за ним идут евро и фунт стерлингов. Официальный курс доллара на 25 ноября – 74 рубля и 37 копеек, доллар потерял 46 копеек. Евро – 83 рубля и 64 копейки, европейская валюта снизилась на 53 копейки. Нефть марки Brent – 82 доллара и 9 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В преддверии традиционной осенней распродажи, которая в этом году стартует в ночь на 25 ноября, аферисты начали массовые атаки на покупателей, сообщают в областном главке полиции. Люди получают ссылки якобы для предзаказа товаров со скидкой, а после того, как они вводят данные карт, мошенники опустошают их счета. Чаще всего преступники действуют от имени крупных торговых сетей. Они звонят, присылают смс-сообщения и электронные письма с описанием больших скидок на электронику и бытовую технику, одежду и обувь. Чтобы зарезервировать товар или получить дополнительный дисконт, людям предлагают сделать предзаказ по ссылке. Такая ссылка ведет на страницу, с помощью которой мошенники узнают реквизиты карт покупателей и получают доступ к их счетам. Важно помнить, что крупные торговые сети не присылают отдельные ссылки на оплату. Все операции проходят через их официальные сайты. Но мошенники часто создают сайты-клоны, адреса которых отличаются от настоящих всего одним-двумя символами. Поэтому всегда проверяйте, не оказались ли вы случайно на поддельном сайте. Не переходите по ссылкам от неизвестных отправителей. Если предложение приходит от популярного магазина, лучше самостоятельно зайти на его официальный сайт и перепроверить информацию. Россиян защитят от газовых мошенников. Компании, которые проводят ремонт и проверку газового оборудования в многоквартирных домах, предлагают лицензировать. С такой инициативой выступил председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Его письмо направлено помощнику президента на рассмотрение. Михаил Ермоленко собрал мнение экспертов по этому поводу. Ввести дополнительное лицензирование компаний, которые проверяют внутридомовое газовое оборудование, актуальная и своевременная инициатива, отмечают эксперты. На сегодняшний день деятельность таких организаций регулируется только 410-м постановлением правительства. Там четко прописано, что у специализированной компании должны быть штат сотрудников с профильным образованием и материально-техническая база. Но уже сейчас многие частные компании не в полной мере отвечают этим требованиям. На мой взгляд, ужесточение требований к тем организациям, которые осуществляют проверку ВДГО и внутри квартирное газовое оборудование, должны быть ужесточены введением как раз вот этого процесса лицензирования. Почему? Потому что это безопасность людей.
Чтобы пройти новую процедуру лицензирования, придется приложить немало усилий, предполагают эксперты. И хотя пока что точных критериев нет, специалисты газовых компаний выдвигают свои предположения уже сейчас. Во-первых, необходимо повысить частоту сроков переаттестации персонала. Во-вторых, обучать сотрудников работе с новыми видами газового оборудования, которые появляются почти каждый год. Также специалисты считают, что к самим сотрудникам станут предъявлять повышенные требования. Ведь от качества навыков проверяющих зависит безопасность жителей. Кроме того, эксперты предполагают, что новое лицензирование может коснуться и производителей газового оборудования. Можно иметь высококлассных специалистов, все что угодно, их аттестовать, лицензировать, инструмент купить. Но если на рынке не будет присутствовать надежное газовое оборудование, которое, будем говорить, прошло какую-то сертификацию, аккредитацию, то одно без другого неразделимо. Я считаю, что в данный закон с разделом должно попасть, что оборудование или объекты повышенной опасности, это газ, должны все производители без исключения, значит, аккредитировать или сертифицировать то, что они продают. В теме лицензирования эксперты особо выделяют именно подготовку и переподготовку персонала. На сегодняшний день в Самарской области этим занимаются около 100 организаций. Появилось достаточно много частных образовательных организаций, которые на деле не проводят эту переподготовку, то есть не проводят занятий, а просто-напросто за определенную сумму выписывают эти удостоверения, что, на мой взгляд, крайне нежелательно и, самое главное, это опасно. Первое требование, как я сказал, переподготовка специалистов раз в 2 года, и второе – прохождение переподготовки в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования. Новое лицензирование для спецорганизаций призвано урегулировать существующий стихийный рынок техобслуживания, ремонта и технического диагностирования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Как считают эксперты, ужесточения станут скорее плюсом, чем минусом. Без мошенников деньги жителей страны будут целее, а свою безопасность они доверят квалифицированным специалистам. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События. Поддержка не только материальная, но и моральная. В Самаре накануне Дня матери, который празднуют в последнее воскресенье ноября, прошел форум, на котором обсудили самые злободневные вопросы, связанные с семьей и материнством. В этом году 38 женщин получат знак отличия «Материнская доблесть». Подробности в нашем сюжете. Нежные, трепетные и при этом мужественные, готовые горы свернуть, особенно когда речь идет об их ребенке. В Самаре накануне Дня матери для женщин, имеющих детей, провели форум, на котором сообщество мам-активисток обсудили широкий круг вопросов, волнующих каждую мать. Сегодня в регионе действует 31 мера материальной поддержки семей с детьми, в том числе в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Но нередко поддержка нужна и нематериальная, тем более если в семье растет ребенок с особенностями развития или есть сложная ситуация в отношениях с ребенком. Безусловно, каждую маму волнует, начиная от своей семьи, детей, да, и своего быта до своей самореализации. Это очень широкий спектр вопросов, которые мы сегодня вот включили в 4 секции, на которых мы будем обсуждать те вопросы, которые сегодня на повестке у мамы Самарской области. В зале и на видеосвязи около 200 мам изо всех уголков губернии. В качестве спикеров форума представительница социального бизнеса, общественные деятели, блогеры, врачи, волонтеры и каждый из них в первую очередь мама. Александра Застольская заканчивает обучение в колледже Ляпиной. А еще эта энергичная девушка-волонтер. У нее 2 малышей. И сама она мечтает в качестве акушера помогать женщинам становиться мамами. Говорит, сейчас главная задача – защитить беременных от коронавируса. Будем разговаривать мы о репродуктивном здоровье женщины, о том, насколько важно в нынешней эпидемиологической ситуации направить все меры на улучшение информированности женщин, планирующих беременность, беременных женщин и молодых мам в целях избежания как раз заражения новой коронавирусной инфекцией. Юлия Павлова – спикер сессии «Мама 2021. Перезагрузка». Она уже вырастила старшего сына, который стал тренером по большому теннису. Сейчас в семье подрастает младший Федор. Успешный музыкант, обладатель серебряной медали молодежных дельфийских игр России, лауреат общероссийского конкурса «Молодые дарования России», стипендиат фонда Владимира Спивакова. Моя роль – поделиться своим опытом воспитания ребенка моего младшего. И помочь другим участникам в решении каких-то проблем, советами.
38 женщин получат знаки отличия «Материнская доблесть» первой и второй степени. В регионе отмечены этой наградой более 4500 мам. Виктория Шарая, «События». На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте «Самара ГИС», в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи!